Господа. Истинно, Рамо и Куперан утомили нещадно. Галиканство нынче не в чести, мусье. Чай не прошлый век. А вот моя германская карта еще не бита. Сами-то вы, полковник, гораздо шарить материал то там, то тут. С того же Моцарта стрижете, как совцы, ей-богу. Я? Я с Моцарта. С Моцарта? А колесам Моцарт. Того. Опять зарапортовался. Что вы, господа? Я, братцы, фуди, я, братцы, контрапункты. Вот. Это вам не бирюльки, господа. Это музыка. Прошу. Прошу, господа. Срапортовался. Прошу. Но не для того мы собрались теперь. Спешу я сообщить вам, господа, пренеприятное известие. К нам едет конкурент. Как конкурент? Какой конкурент? Как конкурент? Какой? Санкт-Петербургские ведомости извещают о прибытии в столицу известнейшего итальянского музыканта, священного сана, именуемого Иль Прете Россо, именем Антонио, фамилии не разобрать, печать плохая, господа. Итальянский? А у меня завалялась прелюбопытнейшая вещица старого итальянского маэстро. Сыграем ради прибытия гостя? Да, это, пожалуй, будет камильфо. Да и не станет ли в том какой наживы? Да я сам-то и поднесу ему. Нет уж, сударь, нет уж. Извольте, я поднесу. Нет, полковник, давайте я поднесу. Нет уж, я утружусь, ну я поднесу. Зачем же, полковник, я поднесу, не волнуйся. Ну, сударь, права, нет уж, ну давайте я. Я поднесу, я. Я. Я поднесу. Нет, я. Нет, я. 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 Ай! Преосвященнейший Падре, достохвальное и препрославленное имя ваше опередило ваш приезд. Дозвольте и нам, смиренным рабам музыки, осененных под... Прошу простить мое недозволительное дерзновение, но разрешите преподнесть пьесу «Вашу честь». Вот только с пальцев сорвалась. Вещица эта выполнена в старинной итальянской манере, кое есть основание и фундамент всей музыки. Безмерно польщен я, господа, столь теплому приему. Мой путь в эту страну был долг и труден. Три дня кряду я не касался инструмента, господа. Но с радостью я принимаю ваше приношение и вас прошу со мною разделить величайшее наслаждение от его исполнения. Позвольте, я проложу вам путь. Сюда. Прошу вас. А что, господа, пьеса и впрямь не дурна. Выполнена ловко, тонко. Желаю порадовать вас и я, ибо есть у меня пьеса в сей же манере, кое как вы справедливо изволили сказать, есть основание и фундамент. Изволите начать? Черт побери! Что-то тут не так. Тихо-тихо, братец. Черт возьми! Так это тот же автор, старый итальянский мастер. Но партитура-то получше нашей, чтоб ему пусто было. А смотрю я, гость-то наш, Шулер, первой степени. Да что же это, братцы? Уйди, немец, не мешай, когда русский идет. Тихо, сейчас, подожди. Да, что тут толковать? Свой своего разве не узнал? Позвольте, господа, в каком же смысле? Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство. И поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. А посему от лица моих товарищей имею честь предложить вам дружеский союз. Ведь вместе мы можем действовать несравненно успешнее, нежели порознь. Как же я должен понимать справедливость ваших слов? А вот так и понимать. За искренность мы платим искренности. Мы, признаться, думали облапошить вас. Ибо приняли вас за человека обыкновенного. Но видим теперь, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять вы нашу дружбу? От такого радушного предложения, как и от русского гостеприимства, отказаться я не могу. Подадимте же всякий из нас друг другу руки и, оставив лишнее этикеты, перейдем на «ты». Шампанского за дружеский союз! Прошу. Благодарю. Дозвольте говорить с вами откровенно, господа. Есть автор помощнее этих безделушек. Я откопал его в старом монастыре в Болонье, где промышлял своим искусством. Никто не знает сего автора. Ни здесь, ни там. Да и сведения о нем наискуднейшие. Иль Прете Россо, рыжий священник, не более того. Но музыка его, поверьте, господа, умудренному итальянскому шулеру здесь, в столице российской, успех нас ждет оглушительный. Виват, господа! Да, господа, богатый материал. А не могли бы мы взять партитуру для ознакомления? Нет, господа, нет! Ни за что! Все манускрипты подлинны, и нет ни копии единой. Ознакомление. Ну, это просто несерьезно. Ихадагину, господа! Господа, а не этим ли вечером у нас прием у княгини Энской? Да. А не пора ли нам? Пойдемте, господа, как же... Постойте, постойте, господа. Есть. Есть у меня одна вещица. Да и не вещица вовсе, а жемчужина моей коллекции. Нашел я листик, даже пол листа. Едва разобрав почерк, я понял – шедевр, феномен. Искал я тщательно. По закоулкам скрипториев, сундуков и катакомб монастырских. Там, где и глаз человеческий не глядывал в течение 1,5 столетий. Почти полгода трудов. И я нашел. Представляю ценнейший манускрипт. Фолия, господа. Будьте любезны. Да-с, господа, да с такой вещью не стыдно и при императорском дворе появиться. И ладно скроено, и виртуозно. Это вам не бирюльки. Да за такую вещицу имение выкуплю. И душ 150 к нему. Феномен. Истинно феномен. Дай, брат, я тебя да расцелую. Пора, братцы, честь знать. Хоть пару часиков поспать. Постойте, господа, уже шампанского еще. А как же наши планы? После. Теперь все. После. В скором времени представимся во дворце княгини Энской, а там, брат, ух, до завтра, брат. Какой ход приняли обстоятельства, а? Еще вчера я был никем. А уж к вечеру нынче приглашен ко двору их сиятельств и императорских величеств. Теперь уж буду обеспечен. Теперь займусь всем тем, что поспешествует моим искусством. Что мне Петербург, Москва, Рим, провинция? Нет. Поеду я в Париж. Могу встать наравне с великими музыкантами, исполнить долг просвещенного человека, долг перед искусством. А что всему причина? Чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. Ведь эдак прожить, как любой дурак проживет, это не шутка. Но прожить с тонкостью, прожить с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому – вот истинная задача и цель. Санкт-Петербургские ведомости извещают, что известный италийский музыкант духовного сана, прозывающийся Иль Прете Россо, именем Антонио, фамилии не разобрать, печать плохая, на суаре у княгини Энской услаждал придворных дам. Особливо отмечается некое сочинение «Фолия», произведшее на дам неизгладимое впечатление. Сообщается, что к концу недели музыкант будет принят в Зимнем дворце. Господину Ихареву. Ихареву? От веселой компании «Не унывай, брат!» и мелодию какую-то присобачили. Облапошили, убили, обманут. И кем? Босяками, с балалайками. Закон, закон призову. Постой. Куда же я это понесу? Не в третье же жандармское, когда у самого рыльце в пуху. Вот ведь существуют к поношению рода человеческого эдакие мошенники. Употребляй после этого ум, хитрость, талант. Не стоит благородного рвения и трудов. Тут же, под боком найдется плут, который тебя переплутует. Мошенник, который за один раз подорвет все строение, над которым ты работал несколько лет. Такая уж надувательская земля. Только и лезет счастье тому, кто глуп, как бревно. Ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а только играет за гроши на подержанных инструментах. только его. Поверьте умудренному итальянскому шулеру, что здесь, в столице российской, успех нас ждет оглушительный. Виват, господа! Стоп! Стоп!